Добрый день, дорогие друзья. Хочу исполнить для вас песню из кинофильма «Офицеры». От героев былых времен не осталось ни имен. Тот, кто принял смертный бой, стали просто землей и травой. Только добрый и грозный стих поселился в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, и не помнит ни свой герой, ни глаза молодых солдат. С пожелтевших фотографий глядят, этот взгляд словно высший суд. Для ребят, кто сейчас растут, ни мальчишкам сейчас, ни мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Вот такая песня. Немножко концовка тут у меня не получилась. Но, тем не менее, старался исполнить для вас от души. Дорогие друзья, смотрите мой канал на YouTube. Канал называется Николай Книжпутешествий автомобилей. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Всего вам доброго, дорогие друзья.